у нас самый многочисленный по составу отборочный тур. Все команды практически по 6, да? Ну там только в одной команде 5 человек в группанке, а так? Вот у нас, видите, красный логотип, типчик Победы 70 лет. Хотелось бы прорекламировать вам волонтерский корпус всероссийский, который организован в связи с 70-летием Победы. Вы можете в него вступать, регистрироваться на сайте. Группа ВК «Родной город» Генгисе. Аплодисменты. Сбербанк России и команда ГУА. Мы начинаем. В 1892 году в небольшом японском городе произошло событие, которое едва не изменило ход российской истории. В память об этом событии музей остался платок. И через 100 лет он был доставлен в Россию, причем это потребовало немало усилий, вплоть до обращения Ростроповича. Для какой процедуры был необходим платок? Время. Родной город Кингисепп, восстановить карту, да? Варианты ответа: восстановить карту, инаугурация президента, это был платок дружбы и инаугурация. Нету правильных ответов, к сожалению. А правильный ответ заключался в том, такой анализ, это он, платок был необходим для анализа ДНК. В Одессу было совершено покушение на Николая II, и через 100 лет, получается, в 92 году, в 1992 году обнаружили останки, и нужна была экспертиза ДНК, чтобы доказать. Поэтому потребовался платок, который был измачкан кровью Николая II. По утверждению Мэлора Струа, в США есть биржевые индикаторы, которые вы не найдете ни в одном учебнике по экономике и финансам. Честь открытия одного из таких индикаторов принадлежит простым уборщицам уолл-стритовских контор. Его суть заключается в следующем. Чем длиннее это, тем лучше идут дела на бирже. Чем короче это, тем хуже. Назовите это. Правильный ответ – окурки. Ну, соответственно, если... Был такой вариант, да, Лаборатория? Две команды ответили правильно. Так, вопрос номер 3. Одна женщина написала письмо в газету с вопросом, как избавиться от второго подбородка, и подписалась мужским книгу. Что посоветовала газета? Время. Сырная косичка? Да. Косичка сырная. Серьезно. Отрастить бороду, отрастить бороду. И правильный вопрос – отрастить бороду. К сожалению, поплиться. Да, мы были почти. Да, мы были рядом. Две команды ответили правильно. В Международный день свободной прессы прошла акция, участники которой выпускали на волю их. Некоторые издания любят выпускать их на волю и 1 апреля. Назовите их двумя словами. Как отвечают газетные утки? 1 апреля – день смеха, да? Ну и, соответственно, это была подсказка, и шутят все, и в газетах всякие непонятные истории могут публиковаться. Соответственно, правильный ответ – это утки, а из двух слов – это газетные утки. Поэтому команда РФК дает правильный ответ. Не так давно в Берлине открылась новая закусочная. Основа ее меню – это рисовые шарики с начинкой. Название этой закусочной одной буквой отличается от названия вида спорта. Воспроизведите название закусочной по-русски или по-английски. И правильный ответ – это лаборатория идей футбол. Поясните, как вы догадались? Потому что фуд – это еда, а футбол – это мяч. Рисовый шарик, футбол, то есть… Итак, команда лаборатории идет, дает правильный ответ. В шуточной немецкой песенке рассказывается о дележке околевшей коровы. Музыкантам досталась шкура для нового барабана, пожарникам жир для смазки колес пожарной повозки. А что досталось звонарю? Время. И команда была опять не дотягивает, она пишет колокольчик. Я не знаю, откуда у коровы, у нее строение колокольчик.
Тебе команды дают правильные ответы за постер «ВК Сбербанк». По сюжету одного советского фильма у ворот вместо кожьего цветка оказался он и сорвал всю спланированную операцию. Назовите его. Вы слишком молоды, да? Вы помните, да. Так, РКК Шурик, сторож Шурик. И Шурик. Это был Шурик, правильно. Боже, цветок-то бабушка, боже, одуванчик. Операция. И вам намек был тоже. И правильный ответ. Шведская фирма Electrolux разрабатывает X со встроенной телекамерой, которая позволит хозяину X заглядывать в него через интернет с любого компьютера. И даже с мобильного телефона. Не станем спрашивать вас, с какой целью это делается. Просто назовите X. Позволит хозяину X заглядывать его через интернет. Итак, стиральная машина со встроенной камерой, это как она видит? Веб-камера команды была. И Сбербанк-холодильник. Две команды дают правильный ответ. Это, конечно же, холодильник. Чтобы хозяин холодильника смог заглянуть в интернет с любой точки и понять, что там нужно купить. В Англии существует легенда, что небольшие собачки породы Бельш, Корги и Пемброк когда-то служили эльфам. А как те их использовали? Команда «Клад» первая подключала, для чего использовали они этих собак. Может быть, вспомните? Местовые собаки. И правильный ответ, если на них или использовали как транспорт. И команды делали даже правильный ответ. Вот описание ресторана из одного фантастического романа. Перед нами странное здание, частично каменное, частично деревянное, частично из соломенных циновок. Три сооружения целиком из одного из перечисленных материалов вам знакомы с детства. Какое название носит этот ресторан? Понимаю, все команды дали правильный ответ. Три поросенка. Заголовок статьи о том, что правительство Румынии поддержало законопроект о размещении элементов противоракетной обороны США на своей территории, состоял из трех слов. Первых два слова заголовка «Румыния не». Напишите третье слово. Так, «Румыния не против», «Румыния не против» и «Румыния не против». Три команды. А «Румыния самоубийцы» у команды «Папа».